В этом лимузине можно стоять, понимаете? Стоять! Я вижу два колеса позади, как в танке. Суммарно здесь 6 колес. Еще у меня есть информация по поводу этой тачки. Она стоит 100 тысяч баксов. Ну, нормально, нормально. Сначала покупается хаммер, пилится пополам, и потом вот эта вот вся работа по превращению его в лимузин стоит 100 тысяч баксов. Это не из завода, это самоделка? Конечно, не делают лимузины из завода. Ты что, с ума сошел? Все лимузины это самоделки. А из гелик можно сделать? А аренда этой штуки стоит где-то косарь баксов в день. Неплохо, неплохо. И да, ребята, мы как всегда раскошелились именно для вас. И самая лучшая благодарность – это поставить лайк. Просто вам напоминаю, что он есть под этим роликом. Не забывайте ставить. Так, пацаны, а какая длина у этого вообще кабана? Как думаете? Метров 10, нет? Я думаю, 12. Предлагаю измерить во мне. Во мне 1,65 м. В тебе 1,65 м? Ну, давайте узнаем, сколько серег. Так, значит, я ложусь. Вот, ноги по мне. Так, сюда, ближе, ближе. Еще. Так. О, да. Так, давай. Вытягивайся. Один серега. Второй серега. Третий серега. Четвертый. Пять. Шесть серег. Обалдеть. Итого? 9 метров 90 сантиметров. 10 метров, короче. Слушайте, у меня есть идея. Может, для точности информации спросим у водителя? Можно было так, да. Сколько? 12. 12 метров. Более точная информация. Кстати, стало интересно, как бы выглядел гелик-лимузин. Есть одна идейка, как посмотреть на это. Вот. Ну, а теперь давайте сделаем обзор этого кабана. Что же там внутри? Есть ли там телек? Есть ли там кровать?